так сказать, накале и требует ее. Мы будем ждать здесь ее, пока она не соизволит сюда приехать. У нас уже конфликтная ситуация, ребят. Ну, можно вашего командира руководить? Зам подойдет? Зам подойдет или это вопрос? Я вас спрашиваю, вам зам подойдет. Вербенец, господи, какие люди. Ты сегодня опять извиняться будешь? По старой традиции. Опять на колени, опять Рома прости. Не будет это? Ребята, дайте кто-нибудь платок, это я знаю. Да я тебе говорю, у нее истерики такие закатывают, что не дай бог. Потом мороженое, вода. Да, да, да. А какой сейчас бат, ребята? Спасибо, что не послал. Полный ответ. О, девочка за лом курит. А кто что нужен? Дайте скотч, ребят, пожалуйста. У меня баллончик есть, что да. А, ну так тем более. Скотч у кого? Вот, по-быстренько мы. Это трагедия, никто не выезжает на улицу. Говорят, иди, я это все понимаю. Но тем не менее, это случилось. Это случилось с подчиненным семьей, и было бы здорово услышать все-таки ее, чтобы она вышла к людям и сказала то, что нам хотелось бы услышать ее позицию. Если это возможно, сделайте, пожалуйста, свяжитесь. Я знаю, что сегодня Катя здесь, возможно, они вместе заняты. Если они с Катей уделят нам пару минут, мы подождем. Сколько нужно, столько подождем. Дайте ей знать, что здесь собрался народ и ждет именно ее. Лучше, чем побыстрее, чем не сколько подождем. Да, потому что тут и дети, и людям, которым плохо. Вы заранее это знали, ребята. Она знала. Она знала, я понимаю, что она, скорее всего, да, предпринимала. Сегодня мероприятие еще одно, которое они, собственно, в 2 часа дня. В 2 часа дня, до 2 часов, еще 3 часа. Часа. Мы специально знали, что работает управление до 12:30. Мы специально приехали в половину, буквально 10-15 минут, уделите этому и все, и мы уедем. Я думаю, долго встреча с ней длиться не будет. Я думаю, она сможет уделить нам всем вместе 10-15 минут времени своего. Да, будьте добры, да, передайте, пожалуйста. Ну, в принципе, и мы можем на любой вопрос ответить. Вам же сказали, что хотелось бы видеть ее. Вот серьезно, вот все вот это, почему мы сегодня не планировали ехать именно сюда. Но после суда мы хотим ее услышать. Мы хотим услышать начальника управления патрульной полиции. Мы хотим увидеть ее и посмотреть в ее глаза. Я думаю, мама Аня точно хочет это сделать. И мы в том числе. Если вам не сложно, передайте, пожалуйста, то, что мы хотим, а дальше посмотрим, как она уже будет действовать. Да? Я думаю, если она человек достойный, она уделит нам минут 10-15 своего времени. Спасибо, ребята. Он не считает себя виноватым. Я не могу прокомментировать это его субъективное отношение. Я прекрасно понимаю его. А можно вам задать просто вопрос? Конечно. Извините, конечно. Правильно, это мама Ани. Я знаю. Вы понимаете, да? Конечно. Это его, как вы говорите, субъективное. Давайте отбросим вашу форму. Просто отбросим. Как человека, как гражданина Украины. Вы нас поддержите? Я не могу сейчас. Понятно. Все, поймите, все, ваш ответ понятен. Вопросов больше нету. Я вам сказал, отбросьте форму, пожалуйста. Ну, я ж не могу это сделать. Я вас прекрасно понимаю. Что он не рожденный в форме. Не, он не рожденный в форме, он просто ее одел. Он ее одел, 9 месяцев не хожу. Я очень рад, что в них хожу. Ну, по городу, городские условия, даже в правилах написано 60 плюс 20 километров, то есть 80. Извините, даже если бы ехал водитель, это сам, он бы смог. С начальством, не с начальством. Пускай с начальством вместе с вами. Ну, не вопрос. И к Кате как раз есть вопрос, если они уже вместе. Мы можем сейчас вместе. Я мы можем перенести всю толпу. Да, там, мы можем поехать туда, куда. Если мне удобно ехать сюда, не вопрос. Пускай скажут, мы подъедем. Мы подъедем туда, где она. Только я думаю, это не сделает ей честь в первую очередь. А во-вторых, ну, вот эта вот вся картинка, которая складывается, я думаю, она там не нужна. Мне кажется, это стоит здесь сейчас решить. Это же раз и навсегда. Мы поймем ее, она, возможно, поймет нас. Может сделать какие-то выводы. Даже в любом случае она какие-то выводы. Можем пойти пить кофе в направлении. Да, а дальше мы уже будем заниматься. Да, просто вы сделаете акцент на то, что... Вы видите, мы видим вас. Я видел неоднократно вас.
неоднократно видел ваших коллег зала. Но за все то время, которое вот происходит в Харькове, а вы же видите, ситуация накаляется, она реально накаляется. За все это время я лично увидел Ольгу Степановну только в суде. И там она говорила и действовала так, ну, что осталось больше вопросов. Все знаю. Не, ну, это не означает, что не скрывает. Просто у каждого человека здесь есть свои задачи. Ладно, давай так, давай кратко. Мы просто скажем, или вы нам организовываете здесь встречу, или мы встречу сами организуем. Одной простой вещи. Я вам скажу, и вы, я думаю, передадите ей, и чтобы она могла и подготовиться, пока будет ехать. Смотрите, случилась авария. Понятное дело, все тут понимают, что не выезжают полицейские убивать людей. Это понятно. Громкие наши лозунги вызваны тем, что к этой проблеме нужно привлекать внимание. И чем, собственно говоря, мы сейчас и занимаемся. Но получается так, что мы все верим в то, что полицейские – это те люди, к которым мы можем обратиться за помощью, и они несут идеалы в общество именно охранять нас, защищать наши права и свободы. Но ее действия вынуждают думать нас иначе. Такое впечатление, что сейчас вот Ольга Степановна закрылась в таком неком шарике в своем, и она пытается защищать сейчас того полицейского, с которым это случилось, вместо того, чтобы наставить его, ну, такое произошло. В конце концов, мы должны быть людьми, и нужно вести себя соответственно. Хотя бы не врать, банально не врать. Но когда на суде человек, который заявляет, это уже чуть ли не установило, это следствие уже даже установило. Мне прокурор просто-напросто смеется на его заявление, что он ехал на зеленый со скоростью 60 км в час. Ну это смешно, но честное слово. Ну вы знаете, что защищает Леонид, защищает это. Следствие мы никакого влияния не имеем. Вот мы сейчас хотим понять позицию начальства управления патрульной полиции. И в частности, поскольку им руководит Ольга Степановна, она как руководитель, мы хотим, чтобы она вышла к людям и объяснила свои дальнейшие действия и все, что она думает по этому поводу. Потому что лично я считаю, я не буду говорить за всех, лично я считаю, что она несет персональную ответственность за свой личный состав и за его действия. На ее плечах лежит ответственность за подготовку экипажи, которые выезжают на службу. И поскольку случилось это, да, пускай выйдет и объяснит людям, что произошло и почему это произошло, и как она планирует действовать дальше, для того, чтобы во избежание повторения в дальнейшем. А то, что сейчас происходит, ну вы видите. Вот только это, собственно говоря. Я думаю, 10 минут ее личного времени... Вы нам дадите ответ какой-то или нет? Она приедет или нет? Я же говорю, перезвоню сейчас. Спасибо большое. Мы вас очень просим, чтобы не затягивать. Это время, и температура, и люди же тоже как бы... Нервы на пределе, могут и начать. Вы же должны тоже понимать, управление эти сами смотреть. Что ворота, они не такие уж и... 20 человек против 200 как-то. Вы можете прямо сейчас достать телефон из кармана и набрать? Я уверен, у вас есть номер телефона. Я ей уже звонил. Вот прямо сейчас при нас. Что она сказала? Хорошо, вы позвонили, что она сказала? На громкой связи. Что она сказала? Прямо сейчас наберите, пожалуйста. А, то есть она была в медсанитете, да, на тот момент, когда вы звонили? Здесь на совещании? А где, если не секрет? Я не знаю. Плохо. Я не отвечаю за линию, я не Главный вопрос или здесь, на этом КПП, или на том, или куда надо перекрывать? Давайте вам подскажу, что вам подсказать. Юскевич. Агент. А ты поверьте, я вижу, что вы подъехали. Звонили в полицию на запад. Сегодня планируется, значит, на 2 часа у нас проведение с киберполицейским, такое подразделение, которое прошли у нас курс профессиональной подготовки. Они будут сегодня подать присягу. Допрошивал и голову национальной полиции, но подтверждения о том, что она будет, нет. Дали подтверждение, что ее не будет. Вот и все. Ну и, соответственно, руководители той же самой патрульной полиции. А где же она есть? Ну, мне тяжело сказать, я за нее не отвечаю, поэтому сказать о том, что где она есть, мне тяжело. Наверное, все-таки управление патрульной полиции. А, да? Она испарилась?
исчезла. Она будет близко, или что она... Или она пошла учить. Еще раз вам говорю, ребят, ну поверьте, я же специально для вас и вышел, вернее, вышел к вам. Сейчас еще приедет 200 машин. Она будет присутствовать на этих мероприятиях. Ну, как бы, да, на сегодняшний день дали подтверждение, что она, я не знаю, почему ее не будет. Смотрите, можно сказать? Сейчас 12 часов 34 минуты. Она приезжает на 2. Вы работаете, наверное, давно. Вы знаете, что они всегда приезжают не вовремя. Ну я же вам, я просто хочу вам, как бы, чтобы. Поэтому где-то в 3 часа она приедет сюда. Я вам могу сказать, офицера сказать, что как бы вот эта информация, которую я вам преподнес. Ну, мы просто как бы понимаем, что они могут опоздать, даже не на 2 часа приехать, а на 3. Да, чтобы вы просто понимали. Всегда, не первый раз к вам высокие палатки, лица приезжают. Причем как бы патрульные полицейские, тут сегодня выпускаются как раз киберполицейские отношения, совсем направление, совсем другое. Какие полицейские? Какие полицейские? Кибер. Интернет. Да. Есть не будут, пить не будут, стоять не будут. Может, какие-то вопросы будут ко мне? Не-не-не, у нас к вам вообще никаких. У нас вопросы к Юскевич, к Хате туда. Будет. А скажите, ну вот вы общаетесь с нами, а кто вы? Я проректор университета Швеза. А погода не пойдет. Вот, Дмитрий Владимирович, хотел, кстати, вопрос задать. Получается, этот университет выпускает профессиональных полицейских, да, на патрульная полиция. Это тоже на сегодняшний день патрульная полиция здесь не учится. Ага, то есть патрульные полицейские не обучаются. Я вот это хотел узнать. Ну обучались они здесь, Сережа. Обучались они здесь, в курсе. Обучались здесь? На сегодняшний день киберполицейские. А вот вы, если киевские вы видели машины номера, то это представители как раз департамента киберполиции. А чем они просто интересно, блин, полицейские? Ну интернет. Киберзлочинность, это все. Мне вот интересно спросить, вы как проректор, по идее, должны знать. На данный момент в Украине существует какое-нибудь учебное заведение, которое обучает патрульных полицейских, которые патрулируют города? На сегодняшний день, я так понимаю, обучения уже нет. Где-то додатковый набор есть, возможно. Потому что те города, которые уже работают патрульные полицейские, то они уже выпустились и работают. Я к чему задал этот вопрос, потому что нас и многих здесь людей волнует профессиональная подготовка именно патрульной полиции. Да, и я понимаю, о чем вы говорите. Именно с этим и связан вопрос. Согласен с вами. Потому что, получается, следователей готовят, оперов всяких подразделений полиции готовят, а патрульные полицейские, которым больше всего сейчас вопросов, обеспечению безопасности общественного порядка и так далее, вот эти аварии, которые случаются, эти жизни, которые они уносят, вот и возникает вопрос, а кто их готовил? И профессиональная подготовка, вы сами знаете, на каком уровне. Самое главное, что вы говорите, я понимаю, почему вы здесь, как бы, и, ну, я для вас вышел сказать ту информацию, которую, ну, я уже сказал, что я вопрос, что касается нас поддерживает полиции. Конечно, я всегда поддерживаю. Надо всегда народ поддерживать. Я же тоже такой же человек, как я. Просто вы поймите, сейчас складывается такая ситуация, что, ну, всем известно, все средства массовой информации оповещены о том, что и вообще в общедоступных источниках в интернете существует информация о том, что приезжает замминистра Хатя Деканаидзе. Да, это было действительно. Подтверждаю, что такую информацию была. У нас есть вопросы, связанные с событиями прошлого воскресенья, когда погибла молодая семья. Я понимаю, что и эти вопросы возникают после суда и избрания меры пресечения подозреваемому о действиях начальника патрульной полиции. Есть информация о том, что и Хатя, и Ольга Степановна будут присутствовать на выпуске ребят, которые сегодня выпускаются. Но как только собралось общество задать эти вопросы, сразу же никого не Хатя Деканаидзе пропала, и вплоть до того, что отменен визит в Харьков. Начальника патрульной полиции мы до сих пор не можем найти. На рабочем месте ее нет, на мероприятии нет. И возникает вопрос, а чем вообще занимается начальник патрульной полиции? Вас как зовут? Сергей. Ну, как бы, что касается университета, нет, я могу вам дать ответ. Мы же без претензий, мы просто делимся своими переживаниями, да, и возмущениями. Окей, спасибо, что вы объяснили. Ну, как бы, чтобы вы понимали. Спасибо. Большое вам спасибо.